Вчера была на дне рождения у одной знакомой и общалась там с ее родственником. Он прилетел из Германии. В общем, слово за слово мы с ним разговорились, и я у него спрашиваю: «Ну как там тебе живется в Германии?» Я ожидала услышать все, что угодно, но только не это. Он такой заявляет: «Да задолбала меня эта страна стукачей». Я аж опешила. Говорю: «В смысле стукачей?» Но он давай объяснять. Говорит: «Выбросил мусор неразделенный, тут же кто-то из соседей написал на тебя жалобу в управляющую компанию. Немного превысил скорость, тут же найдется водитель, который позвонит в полицию и сообщит об этом. Припарковался не так, тут же найдется тот, кто позвонит куда нужно и сообщит о моем нарушении. И говорит: ну ты понимаешь, так жить нельзя». Но я у него спрашиваю: «А какие наказания ты получаешь за эти правонарушения?» Он выпучил на меня глаза и говорит: «Ну какие? Штрафы». Я и офигела. В моем-то понимании как? Если на тебя настучали, все, суши сухари, собирай баул и готовься к тюрьму. Ну, я ему говорю: «Разве это стукачество?» «Стукачество — это когда за чей-то донос тебя сажают за решетку». Я говорю: «Ну, а если на человек написал на тебя жалобу исключительно ради улучшения общественного порядка и своей жизни, то наверняка он просто-напросто хочет сделать мир вокруг себя лучше и чище. Что в этом плохого?» Он говорит: «Ну, плохого может быть и ничего, вот только русскому человеку сложно привыкнуть, когда на него стучат по любому поводу». А я смотрю на него и думаю: русскому ли человеку привыкать к стукачеству? Да и разве это можно назвать стукачеством? Ну, в общем, я ему говорю: «Слушай, ну если тебе так хреново в Германии, если тебя задолбала эта страна, так поезжай в Россию, может, там тебе будет лучше». И знаете, что он мне ответил? Он посмотрел на меня, как на полоумную, и говорит: «Да нахуй она мне нужна». Пардон, это его слова. Помню, как однажды в России я сделала одному чуваку замечание за то, что он выбросил окурок рядом с урной. Я не собиралась на него писать жалобу ни в полицию, ни в Госдуму, ни Бастрыкину, ни в НАТО, ни в ООН, никуда. Но он чуть ли не бросился на меня с кулаками и оскорблял, и угрожал, и обвинял в том, что я лезу в его личную жизнь. И вот теперь я думаю: а немцы-то правы, приучают русских к порядку. Так что будьте добры, приехали в чужую страну, принимайте их правила и живите по их законам. А вы как считаете, стукачи немцы или нет?